Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на вайлдропчик. У меня на балике 5261 рубль. Этот балик у меня остался с прошлого видоса. Мы там подняли плюс 3000 рублей к балансу. Там, в принципе, сначала у меня ролик был супер тильдовый, мы все везде сливались, но потом камбэкнулись и вышли в плюс. Так, давайте со старта за 3500 рублей. Мне вот этот режим очень нравится. Тут открывается сразу 5 кейсов, получается по 5 шмоток. Но в прошлом видосе меня, кстати, этот бонусный кейс серебро слил. Надеюсь, сейчас. Вот, 2900, я уже вижу хороший дроп. Отличненько. Но вот сейчас вроде я выхожу в плюс, я же прав? Но пока вначале начали хорошо, прям очень. Так, ах, опять магов, да? Одних и тех же, шалеть, что это падает такое. Ну ладно, главное мы в плюсе, да, 4900, меня все устраивает. На балике 6642 рубля, и мы прям со старта видоса делаем плюс 1500 к балансу. А самое главное, как раз начать ролик, даже не, ну не плюс полторы, ладно, плюс 1000 мы делаем. Но самое главное, начать видос в плюсе, ибо как ролик начнешь, так и вы закончишь. Ну вы все сами прекрасно знаете. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на вайлдропчике, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 40% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с киваса, картой, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, у себя на балике получили 1400. Вы со старта будете в хорошем плюсе. Также в описании под видео оставлю промокод на бонус бокс. Первый раз можете его крутануть, если просто регать по моей ссылочке в описании под видео. Второй раз по промокоду, который я оставлю как раз тоже в описании. Тут может упасть случайный ширп, случайный ножик, случайные перчатки. Ну, то есть, ну, нож и перчатки реально маловероятно выбить, я думаю, вы сами понимаете. Но случайный ширп и случайно запрещенные, даже я уже пару раз убивал отсюда. А также у них есть розыгрыши, в них тоже можете принимать участие. Так, сейчас, наверное, давайте откроем какое-нибудь засекреченное. А, 5, не, даже давайте 10 штучек на 3990. 90 рублей. Так, давай, можешь мне прямо в начале что-нибудь выдавать прям мощное? Так, принцесса пустоши, азим. Ну не, ну это хреново. Ну какие 1900, мужик? Ну прям неприятно. Еще 5 штук на 2000. Ай, сука, можно с этого maybe что-нибудь выбить? О, статрек топливный инжектор вроде уже звучит мощно, да? А, нет, сука, 1400. Дерьмо опять падает. Так, ладно, если пойти опять в серебро и открыть еще раз эту штуку. Вот эта штука мне очень нравится, и она очень часто окупает. Но она мне из-за этого и нравится. Так, в первом ряду говно. Может, что-нибудь опять прям в начале выдашь хорошее? Сука, ну неужели ты меня здесь сейчас сливать будешь? Давай, давай, давай. Ай, блядь. Ладно, еще два ряда. Еще может что-нибудь хорошее упасть. Может, но не падает, сука. Ой. Да, 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 1800. Ну так хорошо начал, в итоге сейчас везде все сливает. На балике 2442 рубля. Мы немножко в дерьме. Давайте мышки попробуем. 3 штуки на 1200. Так, аук-динамика, статрек сланец, ну, по идее, 1003. Так, хрусталь, вот это, сланец плюс уже вроде, ну, нет, ну, это все равно минус, ну, какого черта-то, ну, это уже плюс должен быть. Так, разъяренная толпа, сланец, динамика, ага, 558, спасибо. Так, на балике 1386 рублей, давайте, я не знаю, что давайте, давайте запрещенное, 10 штук на 1050. Ай, так, тут мне падает грифон, слизь, аристократ, ну, есть, ну, 601, ну, и там были хорошие, но я все равно в минусе, я не понимаю, как так выходит. Еще 5 штук на 525. Ой, сука, сука, сука. Так, стебель бамбука статрековский. Ну, как будто может что-то стоить, да? Нет. Нет, сука, нет, не стоит он ничего. Ай, на палике у нас 655 рублей. Я не знаю, что честно открывать. Давайте засекреченное, одну штуку за 400 рублей. Так, воздушный шлюз. Ну, кстати, вроде окупает. Нет, не окупает. Давайте апгрейд попробуем до 5x. Такой вот, 18%. Но мне в прошлом ролике апгрейды хорошо выдавали. Ну, слушайте, сейчас вроде... Или, ну, пролетит, да? Ну, да. Не, не пролетит, слушайте, мы выигрываем. Отлично, ладно. Вот это было приятненько. Шанс на камбэк теперь появляется. На балике 951 рубль. И я предлагаю сейчас открыть... 951, давайте. Я хочу прям что-нибудь жесткое. Давайте вот дикие перчатки. Нет, дикие перчатки — это перчатки пытаться. Это фарм кейсы, и в них надо много балика иметь, чтобы окупаться. Давайте, кейс майор за 700 рублей. Вот одну штучку. Так, кейс майор выдает стат-трек АК-47 фантомный вредитель. 1024, отлично. Ладно, а если сейчас апгрейдик еще на 2x попробовать, можно? Апгрейдик, мы выигрываем. Да, найс, 2000 мы забираем. Отличненько. Так, продаем на бальке 2305 рублей, и я сейчас предлагаю клавиатуры, короче, одну штуку за 2000. Если хочу камбэкать, надо рисковать. Ну, сука, ну не буйство красок я надеялся отсюда выбить. Ну вот не буйство красок. Еще раз 2x, это камбэчное, то, что мы просрали. Но вот это мы вроде проиграли, да?
Или нет? Или нет? Или стой, стой, стой! Найс, сука, на миллиметре, но мы еще живем. Отлично, отлично, на балике 2300. Так, ну пацаны, дубль 2, клавиатура 2000 полетели. Аквамаринка, ну вроде, я не знаю, честно, 1800. Короче, ладно, нам апгрейды очень хорошо выдают в последнее время. Давайте понадеемся на чудо, сделаем вот такой апгрейд на 18%. Ну потому что апгрейды сейчас мне реально прям очень хорошо. Стой, 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 пожалуйста. Найс, апгрейд мы выиграем, пацаны, мы в плюсе. Мы каким-то чудом выходим в плюс. Просто благодаря апгрейдам на этом сайте. Фу, сука, 9600 на балике. Я хочу в конце ролика еще серебро открыть за 3500. Мы уже в любом случае будем в плюсе, да. Все, напоследок открываем и заканчиваем ролик. Сегодня что-то какое-то слишком стрессовое. О, 800 рублей, вначале хорошо. Стрессовый ролик сегодня, что-то надо пойти поспать, блин, после такого. Так, тут мне падает. Ну вот что-то вначале было хорошее, а потом дерьмо начало падать. Ну да, да, да. Конечно же. Ну да, выдает дерьмо. Ладно, нормально, мы сегодня подняли плюс 3000, считай так же, как в прошлом ролике. А самое главное, вот если я буду стабильно каждый видос поднимать по плюс 3000, я в принципе буду доволен результатом. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на вайлдропе, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 40% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с киваса, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили уже 1400, вы со старта будете в хорошем плюсе. Также не забывайте про бонус бокс, про розыгрыши, халявы на сайте много. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем писать какой-либо комментарий. Это сильно помогает продвижению ролика. Я считаю, что такое видео 100% можно, потому что мы реально красиво в конце камбэкнули в апгрейдике. Уже за один этот апгрейд можно и лайк, и подписку, и комментарий 100% поставить. И все, парни, всем удачи, всех люблю.